Календарный год уже близится к завершению, а учебный в самом разгаре. За круглым столом представители городского департамента образования и родительская общественность. Самые актуальные вопросы о деятельности школ обсуждают дистанционно с помощью видеоконференц-связи. Формат уже хорошо знакомый и детям, и родителям. Мы должны уйти от той старой формы, когда был монолог власти. Монолог, когда говорил только власть. Сегодня мы должны рука об руку воспитать и получить на выходе гармонически развитую личность. Это наших детей. Вы являетесь проводниками идей. Я прошу вас по итогам нашего сегодняшнего окружного собрания, также в режиме ВКС, провести родительские собрания уже на своих территориях. Помочь подросткам определиться в выборе будущей профессии и устранить все возможные сложности в организации горячего питания. Сегодня в школах обучаются порядка 170 тысяч детей. На встрече обсудили самые злободневные вопросы, в том числе формирование новых привычек у детей в условиях пандемии. Носить одноразовые или многоразовые маски в общественных местах, на транспорте. И также напоминаю, что торговые центры дети и подростки могут посещать только в сопровождении родителей. Новой моделью выстраивания диалога с системой образования родители остались довольны. Очень хорошо, что к нам прислушиваются, что дают возможность выступить. И то, что готовы выслушать наши пожелания, какие-то проблемы услышать и в них разобраться. Мне неоднократно об этом дали понять со стороны департамента образования, что очень приятно. Я думаю, польза будет существенной. Все озвученные материалы беседы уже опубликованы на сайте Департамента образования в разделе «Окружное родительское собрание». Ознакомиться с ними может каждый желающий, как и внести свои предложения. Гульфия Сафина, Николай Епифанов. События.